Инцидент, как сообщает сайт 360, произошел на пересечении улиц Пластунская и Труда. Двое мужчин громко спорили, кто из них прав. В какой-то момент один из участников конфликта сел в машину и нажал на газ, задев при этом второго мужчину, облокотившегося на дверь со стороны переднего пассажирского сиденья. Однако водитель внедорожника «Вольво» с абхазскими номерами не стал выходить, вместо этого уехал с места происшествия. По имеющимся данным, сбитый мужчина остался жив. Его доставили в больницу с переломами.